цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Внимание, внимание! Целый набор от бренда Велберг возвращается на телеканал Shop & Show. Олег, в апреле месяце за 4 эфира было продано более 3500 экземпляров. Представляешь, более 3500 наборов. Только за один день он разлетелся полностью. Вся закупка закончилась. Сегодня мы вновь повторяем этот набор по самой выгодной цене. Полный комплект, многочисленные кастрюли, подставки. Смотри, даже фритюрная сюда. Слушай, пароварку можно использовать. Ложки, поварёшки, все в комплекте. Да. Успеете сделать свой заказ. Итак, внимание, внимание, набор посуды Велберг сегодня для вас по самой выгодной, самой вкусной цене. Слушай, ну пойдем готовить, будет очень много интересного. Ты знаешь, в чем уникальность данного набора? Так. Во-первых, то, что это австрийский бренд с 20-летней историей. То есть Велберг — это Австрия? Совершенно верно. Они не делают такую посуду, которая жестяная. Это посуда прошлого. Это многофункциональный набор посуды, который имеет профессиональные кулинарные корни. Какие? Наша посуда имеет многослойное термоаккумулирующее капсульное дно из нержавеющей стали. Так. Эта уникальная технология была придумана именно, друзья мои, для профессиональных шеф-поваров. Здесь можно приготовить идеальное сочное мясо, причем с идеальной корочкой. Причем овощи при этом у вас не раскиселиваются, друзья мои. Вы посмотрите, сочное мясо у нас получилось. Что можно еще приготовить? Давайте посмотрим. При помощи данного набора посуды вы можете еще приготовить щи, борщи, любые кисло-сладкие блюда. И причем самое главное, что у вас никогда цвет борщ не потеряет и не будет привкуса металла. Прекрасно в этой посуде приготовятся именно вот такие вот томленые бараньи или, допустим, ребрышки или мясо. Что-нибудь еще ребра, картошка фри, потому что здесь фритюрная сетка. Но оставайтесь с нами, я расскажу, как применяется еще прекрасная фритюрная сетка в качестве пароварки. Ну и, конечно же, сковорода-сотейник с мраморным покрытием, которое позволит вам не только выпекать, но и, конечно же, жарить и тушить. И делать заморские блюда с креветками, например. Вот обратили внимание, на плите один и тот же комплект, но абсолютно разные предметы. То есть, заказывая сегодня вот этот вот набор, по сути дела, нам больше ничего на кухне не пригодится. Давайте я вам покажу, идите сюда, что у нас входит в комплект. Ковш. Мне очень нравится ковш использовать с утра пораньше. Встали, кашку сварили, очень удобно, 1,9 литра. Далее, сковорода, сотейник, форма для запекания с мраморным покрытием. Вот, посмотрите, какая красота внутри, не пригорает. 24 сантиметра в диаметре. Далее, большая кастрюля. Вот сейчас у меня мама, брат у меня тоже очень вкусное варенье делает. И именно делает в таких больших кастрюлях, а не в тазиках, как раньше. Очень удобно, 6,1 литра. 3,6 литра кастрюля средняя. Формата для супов, может быть, гарниров на большую семью. 2,7 литра поменьше кастрюлька. Вот она, крохотная, хорошенькая, тоже наша спасительница. 1,9 литра. Также в комплекте фритюрница, две бакелитовые подставки. И смотрите, ложка, поварешка, сотейник, все тоже в комплекте. Ничего докупать не нужно. И только сегодня самая выгодная цена и ограниченная партия. Успейте сделать свой заказ прямо сейчас. Да. Олег, ты вот когда сказал, борщ у нас здесь томится. Да. Кстати, знаешь, вот хочу заметить, что борщ у меня вкуснее получается на второй день. Когда только сварю, муж все время стоит, Оль, давай, я уже есть хочу, давай, наливай. Ну, я говорю, ну как, ну нормально. А на следующий день, когда я его кормлю этим же борщом, он говорит, ой, какой вкусный борщ, ты что, новый сварила? То есть, понимаешь, действительно разный вкус. Почему вот сразу невкусно? Слушай, ну рассказываю. Дело все в том, что нужно, чтобы была прекрасная посуда и правильное термораспределение. Только посуда с многослойным капсульным дном из нержавеющей стали приготовит самые идеальные решения. Настоится у тебя борщ. Напитается именно вкусовыми качествами от продуктов за счет именно дна. Ага. Друзья мои, самое главное, что он полностью безопасный, ну и, соответственно, самый вкусный получается. Слушай, а вот цвет такой вот яркий, насыщенный, это тоже от этих капсул зависит? Слушай, ну давайте посмотрим на экран, как они устроены и за счет чего у нас получается. Многослойное термоаккумулирующее капсульное дно из нержавеющей стали. Здесь дополнено еще и слоями алюминия. Высококачественная нержавеющая сталь с
собирает все тепло и удерживает его. Алюминий быстро нагревается, тем самым вы экономите время приготовления. И самое главное то, что здесь у вас получается эффект настоящего томления. О, томление! У меня сразу ассоциация с горшочком, да, русским, когда вот там все равномерно прогревается. Кстати, вот знаешь, вот я сейчас смотрю на наши красивые кастрюльки, да, и думаю о том, что вот все-таки женщины не всегда с настроением готовят. Нет, так, понятно, что женщина хранительница очага, да, у нее все должно быть вкусно, если дети сыты, муж сыт, тогда и в семье мир, спокойствие и удовлетворение. Но не всегда так бывает, потому что, знаешь, иногда мы приходим с работы, видим вот эти разношерстные кастрюли, и готовить-то особенно не хочется. А вот мой муж когда, вот раз в год это редко бывает, говорит: Оль, давай что-нибудь приготовлю. У него всегда получается очень. Слушай, но за счет того, что мужчины-повара, они не заморачиваются на другие проблемы. Они всегда думают о том, как приготовить лучшее блюдо. Вы же еще гладите, за детьми следите. Уникальная наша посуда еще и тем уникальна, то, что она имеет правильный сплав металла. Друзья мои, нержавеющая сталь. Сталь, которая уникальна тем, то, что она не меняется при температуре 200 градусов. Смотрите, она зеркальная получилась. Выдерживает 200 градусов, ну и, конечно же, получается вот такое вот пышное решение. О, пышный омлет вы сможете приготовить в духовке. То есть смотри, Олег, да, этот набор можно использовать как в духовке, так и на плите. Такой многофункциональный, безумно привлекательный, повышающий настроение приготовки. И в комплекте все необходимое для того, чтобы и омлет в том числе приготовить. 18 предметов, австрийское качество, бренд Велбор. Все, что вы сейчас видите на экране, вы получаете по цене только сегодня. Это самое выгодное предложение сегодняшнего дня. Это качество. Это качество, потому что это компания Велбор. 18 предметов, которые имеют многослойное капсульное дно из нержавеющей стали. И это полная красивая комплектация, которая изменит вашу кулинарную жизнь.